Убит один из представителей Украины на переговорах с Россией. Являвшийся членом представителей Украины на первом раунде в переговорах с Россией Денис Киреев был убит. Согласно сообщению иностранных СМИ, Государственная служба безопасности провела особую операцию в целях его задержания, во время которого он умер. По информации, Денис Киреев был подозреваем в государственной измене. Отметим, что Денис Киреев родился в 1977 году в городе Киеве и работал в сфере экономики.